В гостях у Гарбора Виктора. Приветствую вас. Как дела? Как птица? Здравствуйте, здравствуйте. Вот тоже одна в середке так без вести пропала. Ну ты знаешь, оно аж было это. Аж было у этого. Где? У телеграфа. Аж у телеграфа было. Я уже думаю, может оно в телеграфа там и осталось. Может быть. Но факт тот, что, Виха, я... Кого? Ну, в общем, у телеграфа. Хорошая голубя. Ага. Вон с-под Конопатова это. Где голубя? Вот это Конопатый, вот батька. Угу. А ты что дня, что отмечаешь? Я что? Да. Я с похорон. Кого хоронили? Як? Ну, первый это самый... Первый, как говорится, у нас с этих с ополченцев. Понятно. Что хотел тебе сказать? Ладно, а что Сергей Иванович, я хотел узнать? Говорят, там в этом, это я хотел в больнице узнать. Лежит там. В Харькове? Опять положили? А что случилось с ним? Ну, его тогда забрали и все. Когда тогда? Не, ну он же приезжал. С весны. Я не знаю. Да, ты так, ты это ничего не спросил. Знаешь. Не, он приехал, я его тут видел, ты что? С весны. Он здесь. Я думал, ты что-то... Да, не-не-не-не-не. Я думал, а я уже говорю, то он опять в больнице. Не, он уже давно здесь. Голубя пропала вот из-под всего полосатого. Молочный. Ох, и молочный. И у меня молочный получился, понял? Ой, один молочный. Красивый, голубя. Страшный. Кстати, он по херсонцам получился, понял? Вот, а ты по Кривой Рог. Кривой Рог. Понял, понял. По родичам. Понятно. Вот голубь тогда прилетел, то видишь, со щечкой. Вижу. Через два дня. Ага. Он вот, видишь, вот чухается. Угу. Да. Это через день прилетел. Угу. Молодец. А то он. А то побыло. Ну вообще на голубей мы их не смотрели. Вот, смотри, вот стальное да. одно, да. Вот второе стальное. Я понял, я понял. Он стальное. У меня что остальное, помнишь, ты он мне. Стальное, слушай, вот ты мне стальную уже давал, она так и живет. Ты видел, я показывал. Да, да, да. Я не стал голубого, почему? Потому что. Ну, нет, у меня то очень голубок, хороший. Да. Я тебе скажу, что голубок очень нету. Хороший крови. Привет. Здорово. Понял? Понял. То очень хороший крови. Очень. Понятно. То кровя там, мама, не горюй. Я сейчас, знаешь, откуда он начал, стальная. Знаешь, я откуда сейчас голубей стал кидать. Ты сейчас их можешь видеть. Я сегодня бачил, там у Николая Ивановича да. читал в Белохвосте. Да. Я на похоронах был. Да, 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 да. Я стал кидать заправки. Как еду в Кудряшовку, кидаю заправки. Виха говорит, сегодня пара отлетала 2 часа. Да, Конопата и молодой там. Так что, я кидаю, он смотрит, понял, когда, что сядет. Величко, да. Ну что, я думал, ты мне какие-то новости скажешь, да, это... За что? За Сергея Ивановича, а ты как бы ничего. Да, что-то нет. Я уже 100 лет не бачу. Я его последний лет. Раз как бачу там. Да не, ну я еще видел, после операции видел. А. Понятно, ну молодец, у тебя... Он видишь, да. Вот я тебе сейчас покажу пару, что споровал. Да ага. Вот. Ага. Да вот, порвал пару. Ага. Понял? Угу. Что-то кур у него, а он на дачу их отвез, да, наверное? А, вон они где пасутся. Все, вижу, вижу. Ага. Вот, видишь? Год прошло. Ага. Гаврош каже, там я ему давал всех ага. кровей, и это желтую. Ага. Он каже, я ей чуть, она чуть не споткнулась угу. у меня. Угу. Да кого хочешь, вот, видишь? Угу, вижу. Они же не поруются. Угу. Да, 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 они непростые. Они очень непростые. Очень непростые. Да. Очень непростые. Да. Он зимой летал, цей голубь. Да? Белый. Понятно. Ладно, Виха, тогда пойду я. Смотри видео, смотри канал. Ты смотришь канал? Здрасте, конечно, смотрим. Это хорошо. Ну, я подивився, вот, ну, Кременского. Ага. Ну, як, я, что я тебе хочу сказать? Скажи. У него даже, ну... Ну, у мене он, смотри, он стальной, он стальные, вот, да, вот да. что ты кажешь, да. да оно простое, это стальное. Да, простое, мне но оно простое. Простое угу. Но оно же простое николаевского полета. Да. Ну, ты же вот подивишься, потом придешь. Но многим людям нравятся голуби Кременского, многим Кременского нравится, очень многим. И ну, Сергея Ивановича, и Сергея Ивановича просят. Кстати. Не продает, говорит, ну, Сергей Иванович голубей. Да, да, да. Ну, что я тебе хочу сказать, скажи, Володя? Скажи на камеру. Ну, мне и людям.
и тебе, и людям. Ну, ты понимаешь, это ж не порода это, у Вихи. Чего не порода? А это ж не порода, а там слияние и мелитопольцев, и... Ну и что, ну... каждый, ну каждый сейчас сливает, каждый сейчас сливает. Я не сливаю. Ну ты, может, не сливаешь, а... Не-не-не-не. А он что? Сливает. Ну нет, это не страшно. Не-не-не, это не страшно. А ты сливаешь что-нибудь с виноградом или с вишней? Не. А, не. Что, не прививаешь ничего? А прививать? Так я ж породу прививаю. Что, привил же? Да. Лучше привил. Да понятно. А не можно к голубям прививать что-то лучшее? А тут это сама, а что ты тут можешь, как, междупороднее скрещивание? Не, ну как-то, не, ну как-то ж надо, допустим, что-то, ну если у самого голова не варит, допустим, что-то лучше взять и подпаровать. Не-не-не. Если сам не можешь, допустим, вывести. Ха. Не, ну я не говорю, ты не можешь, а вообще человек не может сам вывести. Вот ты правильно сказал, что не у каждого ума хватает, понимаешь, вывести голубей. Да. Что дойти до той породы. Но... Вот я в 14-м году, так. У меня же, 90... ты же помнишь, Серега? Не, он не... все. Ну, это не страшно. Если голова... Ну, если голова у человека есть, ну, это не страшно. Ну, я возвратился. Ну. Возвратился к этому стилю. Понятно. Какой стиль у меня в детстве был. Вот он сейчас, он тут все. Ты думаешь? А может, ты забыл уже, какой был стиль? Не-не-не-не. Я помню, у тебя же голуби, я покупал у тебя, они у меня часами летали. А сейчас, мне кажется, если у тебя купить, то... Ну, зимой то летали. Ну, я понимаю. Подожди. Да. Ну, зимой то летали. Да. И ты краснян. Ага. Микола, от тебя. Да. Да я это помню, историю. Смотришь? Да. Туды-сюды. Потом раз, они... Микола идет... Угу. Они раз подошли, соединились с моими, до тебя туда-сюда. Угу. Рыжего ж кто ловил? Блондин. Угу. А я же мог поймать его. Не знаю. А он не знает. Ты же не знаешь. Я ж не знаю, я с блондином два года не разговариваю. Нет, ты как, я с блондином не разговариваю. Голуби стояли вместе, да? Ага. Я говорю, голуби стояли вместе. Красен, не может быть. Я говорю, да я ж тут, вот. Ты ж кину, и я ж кину, голубей. Угу. Не может быть. Пала. Да. Слышь, не, ну я все-таки с тобой не согласен по поводу того, что мешает, не мешает, кто-то, он мешает. Ну что он мешает? Что он, Витя, мешает? Кременской, что он мешает? Ты говоришь, мешает, не, что-то ну мешает. Там намешано бутер, ты понимаешь? А почему это людям нравится? А почему людям нравится? Каким? Ну многим. Каким приезжают людям? К нему. Каким людям? Любителям. Кто приезжает? Любители, подожди, любители. Подожди, ты набрал? С Доброполья. Я набрал, подожди. Я набрал. Ну, мало ты набрал. Я буду гонять, поднимать, я, кстати, показывать. Кстати, тоже там, да, были такие, что там краснорябы, Виха знает. Угу. Он приехал ко мне, он сразу же на этих стальных. Угу. Виха, да я бачу. Бачу. Он. Угу. Видишь, он стальной. Ну, он же голубяк, мне кажется, понимает. Очень понимает. Хорошо. Ну только ж держи. Понимаешь? Не, ну он держит то, что пользуется спросом, мне кажется. Ну, спросом. Но я тебе хочу сказать, Володя. Да. Да. Всю жизнь. Да. Я это сейчас и вспоминаю, уже ушли там голубятники. Да. Привозили с Донецка. Так. Полосатых белоглазых. Да. И этих конопатых. Да. Черноконопатый, да. Вот оттуда, ткачи, ткачи, он привозили, ё-моё, на выставке брали с маслей, помнишь, вот он. Понял, я тебе скажу, что, ё-моё, понял, а что, он сюда прилетает, да, ну они же на глину, ты бачишь, на глину, на может вылететь оттуда голубятник. Ну, я тебе скажу, полосатые летят у меня здорово. Да. Вон, полосатые, вон, дивись. Вот эти полосатые, я тебе скажу, здорово. Да. Мы на цей год... А дробчатые? Мы на цей год, значит, замутим Серёги. Вот тех, что у него есть. Ага. Вот туда, там замутим. Да луганчанина добавлю. Может, ты вот этим как раз и мешаешь, как Кременской? Не-не-не. Почему? Я лучше отдаю. Да ну понятно, что ты никогда не скажешь, что хуже. Это, я, ну я бачу, что я... Да. А мне что лучше дашь на полигон? Тебе лучше, я... Кстати, ну, чтоб ты знал. Да. Мы поднимемся, может, что-то с рыжих тебе наделю. Да, хорошо. По тех рыжих, он
у меня рыжий есть, угу, видишь, угу. Он папа. Угу. А когда, поздней осенью? Или не, поздней осенью. Я ж никогда не делю какую-то херню, что там вот он не выделен. Угу. А я дам, чтобы он, дивись, у меня есть с первого плода. Угу. Ну, если оно и будет там это самое, соответствует качеству, он, видишь, он голубой, вижу. Он голубка. Когда, да? Рыжий. Чем ты проверишь еще? И, конечно, конечно. Сейчас они вот это проверят. Хорошо. Ну давай, если что, давай. Потому что... Не и на потом... полигон. А, да? Не на полигон. А я хочу только на полигон. Ты хочешь на полигон? Да. Ну, я тебе скажу $200, так давай бери до полигона. Ну, у меня таких денег я отродясь-то не видел. Ну, а что ты, как ты не бачил? Ну, так. Что ты пиздишь? Вот, не, зачем ты на камеру говоришь? Не, ты кажешь, я таких денег не бачил. Ну, за голубя никогда не отдавал, по крайней мере. Не, а! Слышишь, вот у Луганчаня, ты елки-мары, вот у Луганчаня. Вижу. А вот это ж и масляная разрезная. Да. Вот. Ну они столько коросты занесли сюда. Я понял. Такой, а что, вот это что ты вот ловил? Оце, дивись. Что, чуть не уехала на рыбу. Чуть не уехала на рыбу. Ага, да. Легенькая такая. Легенькая. Кукла. Ну. Вот это вот, видишь, каких белоносых. Да, да это не белый нос. Ну, а какой? Сивый. Ну так. Сивонос. Ага. Чуешь? Да. Ну вот это ж до сих пор. Так. Короста идет, он. Да. Вот то, что поменялись. Он. Угу. Короста идет. Сколько у тебя? Вот спроси, сколько. Сколько у тебя осталось голубей? Молодых. 5 штук, да? А то все подохло. Слышь, а вот смотри, а вот у щека у нас ничего не брал, и тоже короста пошла. Так, у вас не брал, а вот тут, так у меня сейчас он передох. Да? Конечно. Ну ничего, это не страшно, лишь бы мы с тобой были, лишь бы мы с тобой живы были и здоровы. А сколько туда кормов пошло? Да какая разница? А у тебя сколько кормов пошло, вон? И сколько выпил? Володя. Да. Володя. А сколько у тебя голубей? Штук 100. Штук 100. Ну, у меня ж нема 100 голубей. Да. А чё ты не гоняешь голубей, да, которых ты привез? Откуда? Ну, хоть откуда, а ты гоняешь такую хуйню, что страшно глянуть. Не, уже гоняю. Уже с Киева уже одну голубку гоняю. Я хочу плодов взять. Подожди. Ты кидаешь голубей, что страшно глянуть на мою жизнь. Ну, а что поделаешь, если такие голуби? Почему? Если такие голуби. Нифига себе. Ты превращаешься в Сергея Ивановича? Не. А почему бы и нет? Сергей Иванович. Не, а Сергей Иванович многим людям нравится. Нравится. И хотят его птицу взять. Подожди. Я дивлюсь. Да. Стоит теперь уже величко возле тебя. Да. И масля. Подожди. И масля. Вот я хочу сказать, что ж вы тогда оценяли, какую птицу вы оценяли в этом самом, там эксперты были. Где? Какую? Ну вот. Где? Ну вы, какую и привозили, такую мы оценяли. Что вы оценяли там? Ну, херню. Оценка голубей в руках. Подожди. Оценка голубей в руках, Володя, называется. Володя. Да. Ну я ж не опустился до той крайности. Ну и мы не особо опускались. Подожди. Ну у вас то и оттуда же и Григоровский там это самое. Да немножко Григоровских, уже почти нету. Ну ты сам знаешь, что они такие острокрылые. Ну у Григора нет, у Григорова нет. Сумчане острокрыло, а у Григорова... Относительно нормально. Ну, у нас Григоровские черные были, вот сейчас поуничтожали. А зачем же ты уничтожил? Дал бы я бы погонял их. А зачем они нужны? Ну, страшно смотреть на той полет. Вот той... Да. Тьфу, а ну, покажи, какой полет. Покажи там людям. Там же нема. Там вот так острое крыло, ага, и длинное. Понятно. Ну, а что поделаешь? Думаю, елки-палки, дед, старый, я его уважал раньше. Угу. А потом я когда... Может, лом там что-нибудь намешал? Не-не-не-не-не, это не лом мешал. Ну ты ж у лома их взял, не у Григора. Если бы ты у Григора взял... Это чистокровки Григора. Да это он так говорит. А может, обманет. Дивлюся, хорошо. Дивлюся у этого самого гапака. Да. Так, а что у гапака нету григоровских гапака вообще. И сумских вот нету у него. Подожди. Да. Ну, сумасшедший. Ну, у него нету. 18 снимал. Да. 18. И там Григоровский. Вот такие острокрылые. О, а что это такие? Узкокрылые это самое. Это не Григоровский. Ну, не Григоровский, но сумчане. Да вряд ли. У него сумских нету. Есть. Нет. Есть. Нет. А пока есть. Нету. Ну, я ж до такой крайности не опускаюсь, понимаешь? Да. Володь.
Ну ладно. Что хочешь пожелать любителям? Давно они тебя не видели. Давно любителям не видели. В Украине, да. В этом, знаешь, как его зовут? Этому... В Израиле. Слушай, да. И в Израиле, и это самое, и Капани. Капани. А что Серега, Капани? Серега. Сергей там, как его? О, это самое, что в Херсонщине. Да. Серега. Там у меня есть телефон, я никак не дозвонюсь. Ага. Ну, выберу время. Хотел. Да, мне понравился стиль. Да. Вот уж выставка в Херсонщине. Угу. Веселовский или как? Ну, а, Серега, Веселовский. Веселовский, Стерновки, да. Мой друг. Да, я тебе говорю. У него марсельное одеяло. Да, 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 да. Вот мне понравилось это самое. Да, 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 да. Конопаты там. Угу. Я вот это хотел бы приобрести. И... Что-то я... Ну, у него очень простые голуби, мне кажется. Не? Или, может, мы не из-за того говорим? Пусть даже... Да, 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 да. Да? Да. Мы считаем... Ну, мы уже як? Вот туда уже. Понятно. Ну, ладно. Да. Хорош парень. Да? Хорош парень. Да. Тоже, как и ты, вот это... агитирует и это самое распространяет. Вот эти все выставки. Молодец. В Северодонецк едешь на выставку? Конечно, поедем. Обязательно. Ну, встретимся там, да? Конечно, Володя. Хорошо. Вон, дивись. Кукла. Я тебе говорю. Где что? Кукла? Вот, дивись. А-а-а. Я просто могу поделиться, понимаешь, наделить. Поделись на полигон. Не полигон. Я и сам погоняю, я просто могу. Ну, хорошо. Она уже летала. Вот ту мне жалко, одна в середке. Ага. Она первый раз поднялась. Она была с головой. Знаешь, она... почему? Слушай, знаешь, почему с головой? Она потому что у меня не села. Первый раз летала. Да. Вот как вот этот наборняк. Вон, как вон, вот этот наборняк. Сейчас, у тебя побыл. Подожди, и домой прилетел. Вот и чернорыжий. Вот, да, да. Вот, видишь, да. Это уже летала, да, голубя. Да, да. Она раз отлетала. Да. И у меня вот также... она, увидишь, походила, да, и нема. Да. Мне жалко это самое. И у меня также одна стальная сплошная пропала. А очень, это, я тебе говорю, что это мои старые, вон, дивись, вон, он, видишь, рябый. Да, я понял. У меня одна голубка живет. Он стальные. Понял. Видишь, он стальные. Я понял, хорошо. Они вот это дают Николаевский полет. Вот той стиль, понимаешь, вот. Вот вы же там, я не знаю, я что не там... особо понимаю, ну ладно. Не, я знаю, что ты не особо понимаешь. Я подивился, думаю, елки-палки, что вы провоцируете? Да. Людей так. На это самое. Ну это же дело любительское. И как есть бы... бескружный, есть Николаевский полет, Володя. Да, ну и... Ну так, а что ты провоцируешь? Ну что, ну если голуби такие, как я снимаю то, что есть. Что провоцировать? Ну порви им головы, да и все. Ну придет время, порву. Нет, так не бува. Да? Так не было. А как было? А как у Сергея Ивановича, ты ему рассказывал. Ну. Но его... головы, а он говорит, что Сергей Иванович? Сергей Иванович, вот, просто люди за него болеют и хотят его птицу приобрести. Один звонит, говорит, я хочу у Сергея Ивановича птицу приобрести. Ёлки-палки. Ну, что ёлки-палки? Ты понимаешь? Не понимаю даже. Не понимаю. А хотят его голубей. А мне понравилось у тебя, что парень... И щугу его передавал. Да и мне тоже. А, кстати, у меня одна голубка, его, белая осталась. И сейчас двое голубят. Вот то хорошее тоже. Ну, я дал Кременского ей голуба. Тоже неплохой вариант. Да? Конечно. А не будет такое, что я намешал, как ты говоришь, намешал? Не? Нет, там по тем белым, вот то, что там, ты бачил, где рубоперы там идут? Видел. Вот. А что рубоперы? Вот то, что там намешано и вертуны, и пердуны, и эти самые, и павлины. Понял? Да. А раньше вот многие говорили, раньше люди, ну старые говорили, если разрезная есть, это так хорошо летит. Я их долголюд убирал. Да? Ну ладно тогда. Все, счастливо. Что пожелаешь этим голубеводам Украины? И Израиля. И Израиля. Израиля, да. Шалом Израилю, да. Хорошо. Пусть это самое, если будут, если вдруг появятся тут на Украине, пусть приезжают, я всегда подарю, даже не продам, а подарю. Это хорошо. Ты сам знаешь, я не такой человек, что там продать, там это хорошо. Я что-то хорошее подарю. Хорошо. Пусть приезжают. Хорошо. Понял, хоть вот там кто-то там хай, вот из тех ребят. Да.
что тогда, помнишь? Что помню, помню. Вот, пускай приезжают, я подарю что-то. Хорошо. Хорошее. Хорошо. Это с лета подарю, не то, что там это... Ну все, покеда. Да, давай. Покеда. Давай, давай. Здорово, Володя.